Предложение. Предложение может состоять из нескольких слов или из одного слова. Слова, которые указывают, о ком или о чем говорится в предложении и что говорится, называются главными членами предложения. Они составляют основу предложения. Подлежащее и сказуемое – это главные члены предложения. Слова, близкие по значению, – это синонимы. Например, огонь, пламя. Слова, противоположные по значению, – это антонимы. Трусость, смелость.